Осталось много яблок после сбора урожая. Посмотрите, как за 30 минут можно приготовить настоящий натуральный мармелад без загустителей и без красителей. Первый ингредиент – это, конечно же, яблоки – 700-800 грамм. Также нам понадобится 8 грамм агар-агара, 250 миллилитров воды и сахарный песок по вкусу. С яблок срезаем кожуру. Разрезаем яблоки на 4 части. Удаляем сердцевинки. Делаю это небольшими порциями, чтобы яблоки не успевали темнеть. Отправляю яблоки на 3-5 минут в микроволновку или можете воспользоваться духовкой. Когда яблоки станут мягкие, измельчаем их с помощью погружного блендера. Добавляем по вкусу сахар и перемешиваем. По желанию замените сахар медом, фруктозой или стевией. Перекладываем яблочное пюре в небольшую кастрюлю. Вливаем воду и перемешиваем. Ставим на плиту, доводим до кипения, периодически помешивая. Яблоки закипели. Кипятим 5 минут на медленном огне. 5 минут прошло, пришло время добавить агар-агар. Добавляю агар-агар, перемешиваю и прогреваю еще 3 минуты. Осталось залить мармелад в форму и оставить на несколько часов до полного застывания. Равномерно разравниваю. Прошел час, мармелад стоял при комнатной температуре и он уже застыл. Осталось нарезать его на кусочки. Это мягко, нежно и очень вкусно.